Царство Титана. В библиотеках лаборатории Лазарь вы узнали об артефакте, способном разорвать связь между мирами. Горнили, с его помощью вы сможете закрыть колодец и навсегда отключить регент башни прямо из ада. Доброго попасть, господа. Царство Титана. Опять же, с вами снова я, Шус. Продолжаем раскатывать этих демонов в Дум. Просто раскатывать. Так. У меня, кстати, там говорят 15 жетонов оружия. Надо бы что-то качнуть. А что качнуть-то? Легкий вес. Минуточку, я что-то точная стрела. Вот. Вот это хочу. Легкий вес. Двигаться на полной скорости. Здорово. Демон убитый точной стрелой взрывается на сторону ближайшего врага. Вот это хорошо. Убейте 5 рыцаря ада, попав в голову точной стрелой. Надо будет это сделать. Однажды. И трансформацию быстрее. Убейте 4 или больше демонов за одно использование мобильной турели 5 раз. То есть нужно серию из 4. Окей. Тут у нас что? Что это? Что это такое? Ой-ой-ой. Его отмщение заняло целую вечность. Эпоху за эпохой писцы вырезали имя его на скрижалях ада. Милое местечко. Каждая битва вселяла ужас в сердца демонов. Они знали, что он придет. Как приходил прежде и всегда будет, и станет пировать на крови нечестивых, ибо он мог черпать силу из павших врагов, и росла его мощь, и не знал он усталости и покоя. Не, так это точно про меня. Воу, щит! А я пробил, успел нажать. Что это было? Оу, щит! А я теперь на полной скорости бегаю, как вам такое? На куски с одного? Я хочу тебя убить с автомата, ты ведь не обидишься? Я слышал, вы любите впитывать автомат. Класс. Это все? Больше нету, уважаемых? А, нет, вижу, вон есть один толстяк. Пау. Ебать. Ну вот опять 25. Это мы одни из моих самых нелюбимых пацанов. С глазами. Баус. Не хочу Гаус на тебя тратить. Ты не достоин типа Гауса. Ты можешь покушать свои внутренности. Очень вкусные, говорят. И расклеился. Мы куда-то в недра ада попали. Мимо. Воу, щит. Воу, щит. Патроны заканчивают. Сейчас буду плазмой нажирать вот эту голову красивую. Хотя плазма тебе даже больше идет. Кусочки. Так это что, хилочки там и все стоят? Типа, у ракетки. У меня максимум. На дрободан патроны. О, это все, что надо. Они прям чувствовали, чем я стрелял. Разве что плазмы не положили. Воу, щит. Ловкий трюк, испытание пройдено. Я так и не понял, что за испытание и что за ловкий трюк. Пизда тебе. Вот тебя я вообще никак не ожидал. Ну давай. Там, по-моему, еще один такой же, блядь. Голова! Пизда тебе тоже. Вот это они неожиданно меня только что взяли в клещи. Отвратительные звуки. Просто отвратительные. Травище ж капает и везде что-то происходит. Армор. Парочка рыцарей ада. Кстати, парни, у меня на вас ачивочка. Давайте только без обид. Так. И вот сейчас точным выстрелом в голову. Раз. Не засчитали. Ладно, давайте так. Немножко плазмы, это так, прогревочка. И вот он. Блять, что там я должен сделать? Убить прицельно? Убейте 5 рыцарей ада, попав в голову точной стрелой. Точная стрела. Нажмите правую кнопку, чтобы прицелиться. Зарядить. Ну я же сделал это. Это же был рыцарь ада, правда? Я попал ему точно в голову этой стрелой. Может, надо его застанет при этом. Попробуем потом. О, что-то запильчик неприятный для ушей сейчас. О, снова хороший пошел. Знаете, что мне больше напоминает? Вот это сейчас в стиле даже не Дума. Это типа в каком-то
стиле даже Killing Floor запил. О, здорово. А я все думал, кто это там шумит, ёпта. Та-на. Просто расклеился. Есть. А ты что здесь делаешь? Что я взял? Ускорение. Поехали, блядь. Нет! Вверх! Ты думал, я про тебя забыл? Нихуя он шатнул. Ебать, ревенант. Что-то меня очень сильно пробили. Надо быстренько закончить с этим и съебаться. Ненавижу импов. О, рыцарь ада. Бля. Вот это было сейчас больно. Идешь? Спрыгивай сюда. Ебать, он залетел прямо ко мне. Так, стой, не двигайся. Там, блядь, кто-то появился, это походу ревенант, блядь. Нет, парочка уёбков, это вот кто-то. Мне нужно с вас хп и армор. А, нет, это ревенант. Даже не знаю, что и сделать с тобой. Попался он под стан, но это был не очень разумный стан. Я пару ракет, я думаю, заслать ему еще можно. Ты раз. Что? Вы видели этот резкий заворот? Я встал за эту хуйню как раз, чтобы таких заворотов не было. Такой бежит, бежит и такой резко на 90. Эти повороты, блядь, на 90 градусов. Они вообще к чему? Дробовичок. Вот это что-то жирный будет, по-моему. Дичь какая. А, и ускорение, кстати, я походу вообще рано взял. Но тут ни к чему. А, тебя все так же не везет, скорее всего, чувак. Не, смотрите, он выдержал полный. Еще и сзади мне накинули на full armor. Слушай, а давай мы с тобой, блядь, разберемся гораздо проще, а? Не знаю, хули тебе надо. Ну, мы разберемся. А можно мне какого-нибудь мини-гана? Типа, где баллы ему начинить? Бля, там этот... Ревенант. Да иди ты нахуй! Пизда тебе, кажется. Об колено. Давненько я такой не... О, уже на крысу! Это во-первых. Во-вторых, любитель плазмы. Не попал, к сожалению, куда хотел. Бэу. Кстати, мне... А, ускорение я уже из-под... Мега! Так, я вижу. Надо сначала убить эту ебалу! Вот видите, как она здесь сейчас разворачивалась? Хорош, кто бы ты ни был! Отличная работа, мистер Ревенант! Еще один! И иди нахуй! О, оба! Оба! Сначала ты! А Ревенанту я и... Думал с дробовика засадить, но и черт с ним. Да тут вообще ничего сложного, если бы не тот чувак, все было бы пройдено еще с первого раза. Что это? Я не узнаю, что это такое. Может... Не знаю. Вот правда. Хоть стой, хоть падай, я не знаю, что там. Мне мигу открыли, как думаете? Пока что куча всего. Вот, даже винтовочки стоят. Армор здесь был. Просто можно было побегать, наесться. Нет, не открыли. Жаль, очень жаль. Чего хотите, чтобы я сделал? Просто зашел. О, что-то в этом есть. Минутку. Нет, это явно мига не здесь. Сейчас тут будет еще один файт, судя по всему. Аренка приятная. Все кричат. Ать, один хп. Плюс 2 хп. 2 хп могут спасти жизнь. Ёб твою мать. Зачем же так пугать? Не, рано пока. Пока обойдемся без бастиона. Импов быстрее убивать, анимация была, было бы вообще сказочно. Кто-то тяжелой походкой там ходит опять снизу. Прямо в ебло. Так, получше будет, наверное. Ну-ка, давай-ка. И плазма, вся твоя, друг.
Я говорю, вся твоя плазма. Ну, ракетку тогда возьми. Мы тебя тут все любим, все тебя ждем, все тебя чтем. Наш. Нужно улетать, нужно улетать. Опа, две зенитки тут было. Было две, уже ни одной. О, господи, как щека чешется. Нормально. Ну, здравствуй, блюдо. Он еще и бить меня собирался. Он еще и живой остался после всего этого. Так, рыцаря, да. Да, давай. И ты давай. Я не понимаю, вы чувствуете себя непобедимыми, что ли? Так, один есть. Я понял, как мы будем это делать. 5 рыцаряда в режиме застана. Знаете, против вас обоих работает великолепная штука. Нахуй! А ты куда собрался, ловкач? Думал, тебя отпустят? Что это за место? О, тут был квад. Здорово, толстячок. Там был квад, но я, типа, в конце о нем узнал. Не выдержал. Да ёб твою медь. Просто так, давай с минигана тебе голову разобью. Оу, щит! До свидания. Все? Так и быть. Ох, ебать! Он меня чуть не убил! Он меня чуть не убил! Вот сейчас тебе пизда. Достигнута контрольная точка. Надо было сразу брать на двух толстяков квад, и было бы вообще классно все. Но я же не ожидал, думал уже все, спокойствие. Тут еще два барона ада. Четырехкратный урон. Экономия, знаете что? Экономия в доме не нужна, сразу говорю. Видишь, бери, блядь, все. Не нужно ничего экономить. Это лишнее. Все, что ты сэкономишь, будет использовано против тебя. Вот она, мудрость. Чё у нас? Телепортишь. Автокарта. Это не хилы, это злейшие головы. Они охраняют армор. Адской армор они охраняют. Баус. Закручка. О, дождик пошел. Не знаю, будет ли вам это капать на мозги. Очень надеюсь, что нет. Потому что дождь прям-таки льет. Ну, не льет, а идет. Тихо и спокойно. Ну, так хорошенько он пошел. А что это? Что это за комната? Во имя чего она была сделана? Где тут оранжевым мелком сейчас? Бесцельность. Уэм. А мне сюда надо, да? Не, мне в другую сторону, мне в телепорт надо. Желтый череп. Взято. Спокойно, ёпта. 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 Ловушка. Из чего вы это сделали, что он даже плазмой не берется? Великолепно. Это было похоже на секретный секрет. А теперь тут какая-то хрень. Очень жаль. Но я хочу туда попасть. Мне же интересно, что там. Ребятки, тут что-то ходить неприятно мне. Поэтому я буду прыгать. Ой, красный череп здесь тоже. Но его надо просто вмять. Ау. Ау, щит. Что ты здесь делал вообще? Как ты сюда попал? Так, задвинем-ка твою черепушку. Я так понимаю, там теперь сзади. А, здорово. Вс.
все будет по классике, вы не переживайте. Давай, сначала ты, потом твой дружбан. Ау, блядь, что это было? Там лежит патрон для БФГ. Так, начнем с... Бля, как больно. Или что это? Неуязвимость это была. Тут можно было бегать вообще легко и просто. Но, ну да ладно. Все, что возьмете, будет использовано против вас. О, не, нам пойдет. Я, блядь, неуязвим. Мне тупо поебать. Что ты, ебать, тут кричишь? Я уже уязвим. С той стороны. Иди сюда, блядь. Открыли нам один проход, и, собственно, желтый череп можно наконец-то вставить. А, Сим-Сим, откройся. Сим-Сим, отдайся. Еще один. Что за дешевые трюки? Я так тебя застрелю. А, тут ничего не надо делать даже. Тут уже просто замес идет, в принципе. Импы думают, что они долго могут прожить. В этом проходике, уважаемые импы, хотя нихуя вы не уважаемые. Лежать, если не хочешь сдохнуть. Обманка. Ты бы все равно сдох. Ох, как вот я закрыл на самом-то деле. Слышь, ты себя нормально там чухаешь? Боже, сколько же здесь ревенантов. Я, пожалуй, просто вниз пойду пока. А то что-то я реально не врубаю, что происходит. Хотя я вполне могу... Тише. Тише. А, блядь. Сучий сын руки распускает. Улетел. Бля, я же не думал, что ты такой здоровый. Вау, щит, тут что-то упало. Я хочу наверх. А, тут еще один здоровый. Бля, проблема, проблема, как жить? Как мне жить, как мне выжить? Сука, меня убил пресс. Ёбаная давилка. Вообще лучше избегать этого места. И я здесь. Давай еще разочек. Мне вообще в другую сторону надо. Это тупо секретная лока. Все, как ты того хотел. Жирный демон. Не удел. Кстати, да. Оу, щит, подождите-ка минуточку. Я... На это я не планировал. Такое общество. Так, импы. Мы же... Ого, гром какой. Ого, какая гроза. Я думаю, это даже драмы в видео должно подбавить. Ебать! У нас, по-моему, мировая третья началась. Ребят, ну вы понимаете, это не моя... Так, до свидания. Тут есть другой план просто с вами. На, это вам всем. Туда еще разок. Две лучше, чем одна. Сейчас толстяки должны появиться. Вот они. Аккуратно, быстро, не спеша. Одного толстяка подбираем. Подходим, с дробовика убиваем. Второго жирного находим. Он медленно спускается. В голову мы накидываем. Уже плохо. Заставим сейчас его сожрать его же внутренности. Видимо, не заставим. Еще третий толстяк, скорее всего, есть. Вон он. Самый жирный из всех. Самый толстый толстяк. Ну давай. Воу! Плазмой плюется, подлец. Ебать, как он меня дамажил. Ну все. Будешь сейчас жрать себя, падла. Приятного. Все. С этим закончили. Посмотрим, что все. Под давилку бы только не попасть. Ребят, по поводу сил природы, которые происходят за окном, зла не держите. Я, к сожалению, пока не научился управлять ими. Оно как-то само получилось вот сейчас. По хпшке украл.
Куда я пришел? Что здесь происходит? Почему здесь еще одна огромная... Вот тут бароны ада немножко подуставшие висят. Еще один уровень, еще одна аренка. Я-то, в принципе, готов. А это что за череп? Синий череп. Возьму с собой. Ну и понеслась! Брояр тут не зря лежит. Как в серьезном сцене, помните? Если вы возьмете броню, начнется пиздец. Если вы не возьмете броню... Что это? Я их хуево вижу! Призраки написано. Это призраки. Никаких голов. Никаких голов. Воу, щит. Воу, щит. И еще туда тогда. И с ракетки за спину. И с ракетки за спину еще раз. И еще раз с ракетки за спину. Он укатился или убежал? Не знаю. И знать не хочу. Нет, 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 говорю. Нет! Ты что такое? Вот не жилось тебе спокойная ипавская морда. Сидел бы там в котле грешников варил. О, ебать, как больно. Бэм. Я вижу, я слышу что-то страшное и большое. Ай, не попал. Я хочу убить тебя по-крутому. Можешь стать синим? Пожалуйста. Спасибо большое. Давненько я глаз не убивал у тебя. Сучара. Теперь толстяки. Причем, наверное, толстяки со всех сторон. Ну, на каждого толстяка у меня есть минигана. О, нет! Ну, давай, короче. С тобой можно и так поговорить. По-людски. Бля, попал. Сукины дети! Это был имп сзади, я отвечаю. Это был имп сзади. Очередной раз. Сейчас очередной армор и очередной пиздец. Все как всегда. Дети, призраки. А он-то еще живой этим. А призраки-то потолще, чем обычные, по-моему. Еще один. Нет, 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 никаких голов. Пойду-ка я нахуй отсюда. На раз. Нет, за одного раза отъехал тоже. Все, короче. Давайте без ошибок поработаем. Ну так и что, где остальные? А, головы. Нахуй. Импы бы появлялись. Импам лучше бошки пошибать тут же. Что ты? Ух ты, ёб твою. Тебя-то я здесь вообще не ожидал. А можно и плазмой накормить по шурику. Пока тебя не хватились. Уже толстяки пошли? Давай тогда так. С дробовика въебало. Классика жанра. Все? Разговоров больше нет? Нет, еще один толстяк есть. По-моему, я вообще сейчас разбираюсь как-то без урона. Конечно, не уверен я. Это что? Барон! Барон... А давай, барон, поговорим! Что ты расскажешь бастиону? Куски, блядь, твои только полетят. Где второй? Где сообщник, я спрашиваю, блядь. Ага, вижу. Ай, во имя чего ты это сделал? Ублюдок. Было почти без урона, если бы не ты. А, ТПшка. Где это я? Достигнута контрольная точка. Я безумно рад. Послушаю историю потом. Эх, пить нечего. Никто не мог устоять перед Ордой. Она снова крашнула, ребят. Она снова крашнула, правда, не знаю с какого момента, но думаю, если с контрольной точки. Вот тут она крашнула, я начал использовать эту штуку. Никто не мог устоять. Слава богу, быстро подсейвило. Я пошел вот туда и был краш. Ужас перед ним распространялся подобно чуме.
усилял отчаяние в противников света. Там какая-то хрень. Загоняя их все глубже в их темные норы. Но восстал из глубин бездны великий воитель, который был сильнее всех, что являлись прежде. То был титан неизмеримой силы и ярости. Он прошел по опустелой равнине и встретился с палачом Рока. И началась яростная битва. Титан вобрал в себя гнев бесчисленных жертв палача Рока. Но и он пал. И после его поражения темная орда обратилась в бегство. Сейчас, секунду, там детишек убивают. Так, все, детишки больше мучить не должны. Вот сюда я пошел. И Мигу нашел. Тут закрашило. Знак Вольво. Продались. Опа, ебать, прямо в лицо. И еще раз в лицо. Почти весь. 90 армора с куста. Лови момент мне дали. Ачивочку. Мне нужно кого-то распилить. Желающие. Желающие. Вот, мистер Имп, блядь, который меня опять армор снимает. Ох, ну и нас... Да пошли вы нахуй, уже нет сил просто. 200 армора сняли с куста, блядь. Еще даже реальный бой начался. Ебучие импы, все. Вы, блядь, для меня номер один теперь враги. Это что такое? Ваша раса имповья. Ублюдки. Иди сюда. Улетаем, блядь. Улетели. Блядь, какая боль на самом деле. Выжил тупо благодаря Миге. Вот тупо благодаря Миге. Если б не Мига, все, конец. Конец игры. О, это же Байдила с Арахидой. Пизда тебе. О, мистер рыцарь ада. А, о-о-о, не двигайся. Хорошо, не попал, кажется. Голову не засчитало. Сучьи импы. Ненавижу! Еще один, что ли? Я не попал. А мы сейчас тебя в стан. А ты в стан не попадешь. А мы тебе ракетку. Или две. Это что такое тут лежит? Я возьму. Что это, блядь? А, берсеркер. Ну, барона-то можно, да. Если только выжил, конечно. Барон-то насыпал, и рыцаряда тоже насыпал. И импу просто ебало разорвать. Не то место для блинка, друг. Пизда тебе. Я хочу видеть твои страдания, имповии. Все? Ну, я полный гет бил, к слову. Так много урона ненужного я проловил, это вообще катастрофа. Куда это? А, это я мог бы туда ужаться и потом сюда обратно вжаться, да? Вот сюда я ужался бы. Нет, это вообще другое место. Тут я, кажется, воевал. Что-то мне кажется, я ограничиваю себя на аренах. Можно почаще бегать. Вот что? Очередной телепорт? А, да, вот он еще. Ладно. Откроется эта дверь? Должна? Вот вам синий череп. Это так, для начала. Сейчас чекну. Оу, щит. Подожди, нажмите, я нажал. Я что-то подобрал. Спасибо, я уверен, там будет здоров, сказали. Оу, щит, царство титана уже пройдено. Ладно, ребят, доброго всем попасть, спасибо, что были со мной, к черту грозу. С вами был я, Шус, всем пока. Магазин игр Шус.про. Дешевые ключи для элитных ребят. За качество отвечаю. Все ссылки можно найти в описании под видео.